Теперь-то понятно, как наш русский колхоз оказался на Канах. Теперь все понятно, без лишних слов. Купили билеты на проходку на Каны. Ну и, конечно, проходку на красную дорожку у входа. Вот, у входа. И сейчас я вам покажу вот этот колхоз. Вот. Колхоз. Вот они, колхозники. О! Никто не снимает, никому не надо. Вот. Все идут, сами себя снимают. Дальше чего тут? Так, смотрим. О, это тоже. Сами себя снимают. Никому они не нужны. Никто не снимает. Вот этот, обратите внимание, вот репортеры там куда-то смотрят. Вот это проход, куда вышли на красную дорожку. Край красной дорожки, где разрешено, как говорится. Вот опять та же, как говорится, то же место. Вот, то же место. Вот, поехали дальше, смотрим. Вот, и это тоже. Сами себя снимают, а люди там, туда смотрят все. А это вот тут фотографируется, вроде они на красной дорожке. Ну, эти на лестничной площадке, когда входят в этот в зал для просмотра фильма, вот, на красной дорожке. Там красная дорожка даже, как говорится, в зал. Никто их не снимает, сами себя, короче говоря. Свои же и снимают. Да, да, маши-маши. Маши-маши. Вот то же место, те же столбы, короче говоря, никому не должны. Вот. Никто их не снимает. Туда снимают, вот. Вот, в ту сторону снимают. Когда-то Ксения Собчак вот эту Боню критиковала. Вот, вот камера туда смотрит. Вот. Туда смотрят. Вот камеры все туда смотрят. А вот репортеры там стоят и думают, какого черта кто такие. Вот. И эти тоже. Вот. Туда направлены вот все камеры. А эти вот с краю, да-да, те же столбы, та же дорожка. Вот. Вот эти тоже смотрят, думают, кто такие тут снимаются. А это русский колхоз. Вот. Колхоз, который приехал и околачивается за рубежом. Вот. Вот они все колхозники. Они думают, что если они перебрались вот за границу, то их будут принимать. Нет, вот те же столбы, те же, как говорится. Вот. А камеры смотрят вон туда, в ту сторону. В ту сторону смотрят. Вот, да, маши-маши. Вот они. А камера смотрит в другую сторону. А тут люди думают, кто такие вообще? Вот показывают вот там. Кто вообще вот это такие? Вот. Кто они такие? Откуда они? Вот. Думают, кто такие? Откуда они прибыли? Мы их знать не знаем. Вот. Знать не знаем, кто такие. А этот тоже машет. Кому машет? Вот. И Собчак тоже. Вот. Она же вроде на красной дорожке. Она же тогда Боньку критиковала. Но вот, фотографы и все репортеры в ту сторону смотрят. Дорогуша! И люди уходят в ту сторону. Вот. Кого она там могла очаровать? Я не знаю. Так что вот так. Все это, как говорится, да. Рассказывайте, рассказывайте.
рассказываете, что вы на красной дорожке в Каннах, купленные вот за определенную сумму. Вот. Вот так. Купленные дорожки. Вот тут расценки есть. А Боня вообще хотела провести, вот, чтобы люди постояли там. Значит, она вообще тут, не знаю, в сколькикратном размере. Она по 6, по 7 миллионов хотела, значит, взять с человека. А тут можно запросто. Вон Ксения Собчак, я не знаю, сколько заплатила, но факт тот же, что она тоже купила билет, проход на Каны. Так что вот так, господа. Вот. Вот Елена Ленина каким-то образом тоже. Вот она, наша колхозница из Хацапетовки. Доярка из Хацапетовки. Вот. Вечно приходит вот с такими причесонами. Вот. А люди смотрят, вот. Вот у них у всех эти камеры, но они ее не снимают. Тут снимает кто-то другой. Вот. И тут вот тоже девушка смотрит, думает, кто же это снимает? Вот. Люди ее не снимают, потому что она доярка из Хацапетовки. Я все сказала.